Что я только о Беларуси, там, о России рассказываю. Вот у нас в Украине тоже интересные вещи происходят, и вот какие именно. Дело в том, что у нас на сегодняшний день существует такая же точно проблема, как на той же России, как в той же Беларуси. И это проблема коррупции. Коррупции в верхних эшелонах власти совсем не у бабушек, которые возле метро торгуют там пирожками, которых, кстати, почти всех уже давным-давно разогнали, там уже никого и не осталось возле того метро, они все ловят. Так вот, у нас с коррупцией тоже, ребяточки, беда, и создавали разных антикоррупционных органов, которые теперь, знаете, другой раз занимаются тем, что ловят друг друга. И смешная история вчера, кажется, произошла на улице Симона Петлюри возле здания Державного бюро расследований, или ГБР, Государственного бюро расследований, где сотрудники СБУ положили лицом в асфальт и арестовали, точнее, задержали, арестовали, нельзя говорить, задержали, двоих работников ДБР, то есть ГБР, то есть Государственного бюро расследований, которые обвинены в провоцировании взятки во Львовской области. Ну, как вы знаете, иногда говорят так, что, может, это грубо, но где-то оно отражает ситуацию, когда имела жаба гадюку или наоборот. Но, знаете, с другой стороны, я уже и рад, что у нас несколько этих правоохранительных органов, которые, как бы помягче сказать, они друг друга не сильно долюбливают. Точнее, очень недолюбливают друг друга. То есть тут и ДБР, и НЗК, и НАБУ, и СБУ, и иногда даже МВД этим занимается, то есть и Госфинслужба. То есть кто только не хочешь этим занимается, коррупцией. И вот они другой раз, вы понимаете, другой раз между ними что-то идет не так, и они один начинают плющить другого. И вы знаете, это хорошо, потому что в результате, когда оказывается, что когда у тебя только одна служба, ты даешь один приказ, и там рука руку моет. И с одной стороны, вроде хорошо, потому что ты экономишь вроде бы на должностях, а с другой стороны, толку от них никакого, потому что они не боятся. Ну да, у них есть там внутреннее расследование, которое, в принципе, с ними тоже там бухает, и очень часто они не любят друг друга, но очень часто там можно порешать как-то вопросы. А вот тут совершенно другая структура, вновь созданная, и с ней очень сложно договориться. И вот получается, что другой раз эти арестовывают этих, а другой раз те арестовывают тех. И, наверное, слава богу. То есть, вот курьезный случай, люди шли, а так смешно получилось. Ну, смешно, не смешно, кому смешно, кому страшно, когда выскакивает с вагончика куча вооруженных людей, ложат других вооруженных людей Face'em up table, на самом деле об асфальт, зачитывают им их права и увозят в СБУ. Ну, прикольно, прикольно. Я бы сказал, что может быть так, наверное, и нужно.